Губернатор Игорь Руденя в Старице провел выездное совещание по вопросу завершения строительства здания поликлиники Центральной районной больницы. Глава региона проинспектировал ход работ на объекте. Напомним, по поручению Игоря Руденя были увеличены темпы строительства поликлиники. Сейчас здесь работает порядка 100 человек. Как доложили главе региона, объект находится в высокой степени готовности – 90%. Специалистам осталось завершить часть наружных и внутренних отделочных работ, монтаж медоборудования. Его поставка обеспечена в объеме 70%. Губернатор подчеркнул, необходимо поставить оставшуюся часть оборудования в максимально короткие сроки. Проект по завершению строительства поликлиники в Старице реализуется по обращениям жителей города. Учреждение будет размещено в трехэтажном здании площадью около 3000 квадратных метров с детским и взрослым отделениями на 100 и 200 посещений в смену соответственно. В состав взрослого отделения поликлиники включены отделение профилактики, лучевой и функциональной диагностики, медицинской реабилитации, кабинеты терапевтов и узких специалистов, стоматология, дневной стационар, клиника «Биохимическая лаборатория». Для оснащения поликлиники закуплено более 150 единиц современного медицинского оборудования, в том числе новый рентген-аппарат, аппарат УЗИ, флюограф, маммограф, офтальмологическое и стоматологическое физиотерапевтическое оборудование. Таким образом, жители Старицкого муниципального округа смогут проходить обследование рядом с домом, что позволит повысить качество диагностики и лечения заболеваний.